Данная работа позволит, что у нас, повысить качество теплоснабжения, бесперебойность. Всем для справки, для понимания, что от данной теплосети у нас будут зацеплены жители зарейсовой части города. Поэтому данная работа у нас ответственная, необходимая. Все делаем в срок, чтобы люди у нас зимой не чувствовали какие-то дефекты на сетях, чтобы все было у нас стабильно в работе. Техника будет стоять, да, на дороге, поэтому, чтобы избежать там каких-то аварийных ситуаций, мы перекрываем одну полосу. Со слов представителей Канской ТЭЦ, целостность асфальта нарушать не будут. Все работы по ремонту теплотрассы проводятся на обочине. Кроме того, в связи с перекрытием дороги будет изменено курсирование общественного транспорта при движении с левого берега на правый. Так, остановка набережная теперь будет возле 7-й школы, а павильон на улице Гитоева перенесут на улицу Пугачева. Администрация настоятельно просит жителей отнестись с пониманием к данным неудобствам и не забывать о правилах дорожного движения и безопасности.